Заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберцы. Народные избранники рассмотрели три вопроса, включенные в повестку дня. В первую очередь участники собрания приняли за основу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Общий объем дохода бюджета на 2022 год прогнозируют в размере 12 миллиардов 706 миллионов рублей. По структуре доходов она у нас достаточно типичная из года в год. 46% собственная налоговая и налоговая доходы в сумме 5 миллиардов 856 миллионов рублей. 54% это межбюджетные трансферты в сумме 6 миллиардов 750 миллионов рублей. Что касается расходной части бюджета, то в следующем году она составит 12 миллиардов 483 миллиона рублей. Основные затраты направят на реализацию 17 муниципальных программ. В частности, благоустроят дворы и общественные территории, завершат третий этап реконструкции Малаховского озера, а также проведут комплексные работы в Центральном парке, парке сказок и на Кореневском карьере. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Люберцы назначены на 3 декабря.